Надежда Кадышева приехала на один из новогодних концертов в столице. Публика отметила, что артистка выглядела совершенно иначе, чем раньше. Что же случилось со звездой русской песни? Надежда Кадышева приехала в Крокус-Сити-Холл, чтобы выступить на одном из новогодних мероприятий. На концерте глава ансамбля «Золотое кольцо» исполнила новый хит с Глебом Матвейчуком. По всему видно, что проблем с голосом у нее нет, а энергии могут позавидовать даже молодые. За кулисами при ближайшем рассмотрении оказалось, что 62-летняя Кадышева сильно похудела. Некоторые поклонники отметили изможденное лицо и мешки под глазами. Но при этом Кадышева не растеряла своего задора и мило общалась со всеми за кулисами. Певица блистала не в пестрых русских нарядах, в которых ее привыкла видеть публика, а приталенном розовом платье в пол. Кроме того, на ней не было эффектного парика, стилисты сделали простую прическу и несколько локон, они элегантно падали на плечи. Отметим, что еще несколько месяцев назад в сети были слухи о ее тяжелой болезни. Она даже перестала выступать и не ходила на светские мероприятия, но после объяснила это опасениями из-за пандемии. На вопросы о том, как она себя чувствует сейчас, артистка отвечала уклончиво, добавив лишь, что сейчас все хорошо. К слову, Надежда Кадышева несколько раз чуть было не умерла и чудом осталась жива благодаря врачам. В 30 лет у нее обнаружили рак груди, 2 года различных процедур и медицинских обследований помогли ей.